Добро пожаловать на канал Hardress Info. Перед нами находится планшет Lenovo Tab M7. И сейчас мы разберемся, как удалить либо же добавить аккаунт Google на данное устройство. Итак, для начала мы перейдем, например, в Play Market, так как он не запустится без аккаунта. Мы сразу поймем, что мы вошли в систему, аккаунт у нас есть. Для того, чтобы, раз он есть, значит, сейчас разберемся, как его убрать. Нажимаем на иконку аккаунта вверху, после чего нажимаем управление аккаунтом Google. А, нет, нам надо настройки аккаунтов на устройстве. Нажимаем настройки аккаунтов на устройстве, выбираем аккаунт и нажимаем удалить аккаунт. Удалить аккаунт. Нажимаем ОК. Вводим экран блокировки экрана. Ну, пароль экрана. Пароль блокировки экрана. И все. Аккаунт удален. Если вы понимаете, что у вас на планшете нет аккаунта, как же его добавить? Его можно добавить либо через тот же Play Market. Который почему-то не открывается. Ну вот, раз нельзя через Play Market, заходим в настройки. И идем к разделу аккаунты. Здесь нажимаем добавить аккаунт. И выбираем раздел Google. Здесь ставим, что будет пользоваться взрослый или подросток. И вводим телефон, либо адрес электронной почты, либо логин, к чему у вас привязан данный аккаунт. Нажимаем «Далее». После чего нас просят ввести пароль. Я забираю для этого устройство с кадра. Когда вы ввели пароль, просто нажмите «Далее». Здесь нажимаем «Принимаю». Нажимаем «Еще» и «Принять». Таким образом, аккаунт был добавлен, и вы снова сможете воспользоваться Play Market. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!